Здравствуйте, дорогие друзья! Сезон охоты пока закрыт. Ищу новые места, чтобы делать приваду на кабанчика. Вот нашел в лесу хорошую поляну, метров, наверное, 70. Тут расчищено от деревьев, нет завала, стрелять удобно. И делаю приваду. Ну и хочу поделиться своим опытом, как я делаю привады на кабана, чтобы он пришел на это место. Первое, что нужно сделать, это сделать чесалку. Берется отработка, маслоотработка, и берется солярка. Разводится 50 на 50. И обрабатывается любое более-менее толстое дерево. Но подальше от того места, где вы будете кормить, метров хотя бы на 20. Обрабатываете это дерево, обливаете его где-то сантиметров 60 от корневища, чтобы кабан приходил и чесался. И уже непосредственно поближе к своей засидке нужно делать прикормочную площадку. Я использую вот такую вот кукурузу. Она пережаренная на костре с подсолнечным маслом пахучим. Аромат идет очень приятный, вкусный, аппетитный. И добавляю еще, вот, если видно, чипсы. Обычные магазинные чипсы. Можно еще добавить, не знаю, взял с собой или нет, вот такой вот ваниль для запаха. Что я использую? Я использую вот такой вот бур. И делаю лунки сантиметров на 40, на 50 в глубину. Обязательно нужно в трубе оставлять отверстие, чтобы выбивать землю, которая забивается. Вот тут глинистое место, глина. Очень трудно выбивать ее. Ну вот такой вот бур. Здесь он сделан вот так вот, заострен, чтобы лучше врезалось. Делаете лунки, и в эти лунки засыпаете и трамбуете кукурузу эту. Около своего места, где вы будете стрелять, на каком расстоянии вам удобно, лунок 20 нужно пробурить, сделать. Вот. Кабан обязательно придет и уже можно раз в неделю ходить, подсыпать вот в эти лунки, пока не откроется сезон охоты. И у вас уже будет прикормленное место. Этот способ очень экономичный. В некоторых местах, где кабан приходит, я уже сыплю, делаю корыта обычные. И непосредственно перед самой охотой вечером прихожу и засыпаю уже в эти корыта. Ну а чтобы приводить кабанчика, неизвестно, будет он ходить сюда или нет, вот такой экономичный способ. Можно сделать такие лунки в нескольких местах, которые на ваш взгляд перспективны для посещения кабанчиком, и уже смотреть по следам, либо ставить фотоловушки, смотреть, во сколько приходит кабан, сколько, какое количество. Так что, друзья, вот такой вот небольшой совет,
как приводить кабанчика. В комментариях делитесь своим опытом, как вы приманиваете кабанов, какие используете прикормки. Будет очень полезно посмотреть, послушать, почитать ваше мнение. Всем пока, друзья. Удачных охот вам.